You're my miss ride, miss ride. 널 놓친다면 miss ride. Осень полноценно вступила в свои права, окружив нас желтыми листьями и прохладной погодой. Чтобы наполнить новыми эмоциями ваши уютные октябрьские дни, предлагаю рассмотреть корейские дорамы, премьеры которых состоятся во втором месяце осени. План питания генерального директора, или же «Оживить нашу любовь». Дата выхода 3 октября. В главных ролях Ли Сан И, Хан Джи Хён и Ли Ю Джин. План питания генерального директора – это спин-офф дорамы «Не хочу ничего терять», действие которого разворачивается в мире романа, написанного Нам Джа Йон. Очнувшись после обморока, она обнаруживает себя в собственном романе для взрослых, как главная героиня Со Йон Со. Но, к ее огромному удивлению, главный герой Кан Ха Джун имеет лицо Бок Гю Хёна, а не ее музы и первой любви Йо Ха Джуна. Поскольку Нам Джа Йон пишет горячие романы для взрослых, от дорамы можно ожидать дерзкий и смелый сюжет. Семья по выбору. Дата выхода 9 октября. В главных ролях Хван Ин Ёб, Пэ Хён Сон и Чон Чэ Ён. Семья по выбору – это ремейк китайской драмы «Во имя семьи», который расскажет о воссоединении трех друзей, проживших 10 лет вместе как семья, а затем еще 10 лет порознь как незнакомцы. Хван Ин Ёб, Пэ Хён Сон и Чон Чэ Ён сыграют главных героев этой истории, которые глубоко заботятся друг о друге. Для тех, кто видел оригинальную драму, будет интересно сравнить, чем отличается корейская версия. Хороший или плохой Дон Дже. Дата выхода – 10 октября. В главных ролях Ли Джун Хёк и Пак Со Нун. Хороший или плохой Дон Дже является спин-оффом серии дорам «Таинственный лес», главным героем которого станет незабываемый злодей Со Дон Дже. История будет вращаться вокруг Со Дон Дже, получившего славу продажного прокурора, и его попытки воспользоваться опасной возможностью, чтобы восстановить свой имидж. Напряжение дораме добавит персонаж Нам Ван Сон, угрожающий генеральный директор строительной компании Ли Хон Констракшн. Ожидается, что Ли Джун Хёк покорит зрителей своей впечатляющей актерской игрой. Такой близкий предатель. Дата выхода – 11 октября. В главных ролях Хан Со Гю, Че Вон Бин и О Йон Су. Хан Со Гю возвращается в качестве профайлера, отступив от легендарной роли врача. Психологический тренер «Такой близкий предатель» расскажет историю о лучшем профайлере Кореи Чан Тэ Су, обнаружившем тайну своей дочери, связанную с делом об убийстве, которое он расследует. Хан Со Гю известен тем, что получает положительные отзывы в каждой дораме, и ожидается, что он вновь продемонстрирует силу своего таланта. Тихие продажи. Дата выхода 12 октября. В главных ролях Ким Со Ён, Ён У Джин, Ким Сон Рён, Ким Сон Ён и Ли Сэ Хи. Ким Со Ён вернется на экраны в главной роли впервые за 3 года. Дорама «Тихие продажи», ремейк британского сериала «Короткие встречи», расскажет историю о независимости, росте и дружбе 4 женщин, которые занимаются продажами товаров для взрослых в провинции в 1992 году, когда было не принято даже говорить о сексе. «Тихие продажи» привлекают внимание не только своим впечатляющим актерским составом, но и смелым для дорам выходного дня повествованием о теме секса. Чон Нён. Дата выхода 12 октября. В главных ролях Ким Тэ Ри, Шин Е Ын, Ра Ми Ран, Чон Ын Че, Ким Юн Хэ и Мун Со Ри. Действие дорамы Чон Нён, основанной на вебтуне, происходит в 1950-х годах, вскоре после Корейской войны. Это история о Юн Чон Нён, гениальной вокалистке, которая мечтает стать ведущей актрисой традиционного театра. Дорама привлекает внимание свежей темой и сильным сюжетом, а Ким Тэ Ри уже получает похвалу за сходство с главной героиней вебтуна. Однако есть некоторые опасения относительно адаптации, включающие удаление странных персонажей и непростого процесса перехода дорамы от ТВН к MBC. Зов Ада 2. Дата выхода 25 октября. В главных ролях Ким Сон Чоль и Ким Хён Джу. Дорама «Зов Ада» возвращается с 2-м сезоном, который продолжит повествование в мире, переполненном осуждениями, и представит воскрешение персонажа, что лишь усилит сложившийся хаос. В новом сезоне Ким Сон Чоль возьмет на себя роль Чон Джин Су, главы общества Сэн Джин Ри Хо, которого в 1-м сезоне играл Юаин. Пишите в комментариях, какие из этих драм вы ждете и будете смотреть. А на этом пока что все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аньон!